Всем привет, дорогие друзья! Это канал Тайна НЛО. И сегодня я выпускаю самый интересный фильм «Аномалия». Сегодня я вам покажу самые интересные моменты людей, которые засняли, а именно мы заснимем вам путешествие того иной времени, которое искажает всю суть нашей планеты. Посмотрите до конца этот видеосюжет, ибо вы узнаете самое главное, что будет нас ждать впереди, а именно страх, опасность и угроза. Мы вам покажем с Алексом и с Екатериной самые интересные моменты того, что ожидает нас там. А именно в этом месте скрывается огромная тайна. Так что смотрите, что происходит на моем канале. Что такое? Ну, ты видишь след? Это ж медведь или что? Что-то они свежие. Это когти медведь. Это медведь. Видишь когти? Это медведь. Вот, видишь? А точно медведь? Да. Да. Или непонятно кто. Смотри. А может быть огромный волк? Или гигантский волк? Нет, это медведь. Медведь. Ничего себе. Что делать будем? Это когда он прошел? Следы как будто сегодня ходили. Косолапый, да, косолапый. Он вот так стоял. Вот, видишь? И он не... Он откуда шел-то? Что думаешь? Точно медведь? Да, 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 медведь, скорее всего. Он не один, получается, был? Он пришел где-то отсюда. Он отсюда пришел. Вот. Вот. Следы. Он за кем-то охотился. Посмотри. Думаешь? Да. Может, не-не-не. Скорее всего, медведь. А может, еще какая-то другая сущность. Вот здесь смотри, смотри. Смотри, здесь была это какая-то необычная склока драки. Посмотри. Да. Видишь, разбросаны. Здесь, да. Здесь что-то... Борьба что... была. Да, борьба. Что-то мне уже здесь не нравится. Он пришел оттуда, с гор. Да, это был медведь. Что думаешь? У нас есть другой путь. Или мы сейчас разворачиваемся, идем обратно. Но мы зря проделывали этот путь, что ли? Мы людям хотим показать, как здесь пропала группа туристов из Санкт-Петербурга и аномальные места. Я думаю, если мы хотим доказать, что мы не трусы, нам надо идти вперед. Как вы думаете, надо собраться, подумать хорошенько. Давайте мы сейчас обдумаем наша такая необычная ситуация, мы продолжим. Да это медведь. Алекс, надо убегать, медведь. Медведь, медведь. Телефон. Да, медведь. Медведь, бежим, 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 бежим. Чего вы стали? Чего я думаю, здесь чучу? Шутники. Мы пережили, можно сказать, самую опасную часть этой необычной путешествия. Огромный медведь чуть-чуть нас не сожрал. Слава богу, мы чуть-чуть спустились. Сейчас мы попытаемся теперь показать вам самые страшные моменты. Нам не получилось там заснять из-за множества вот таких зверей. Они какие-то дикие вообще появились. Честно, я первый раз такое встречаю. Да, следы вы видели сами, медведя вы уже, наверное, 100 раз увидели в жизни и в реале, может, и даже на канале каких-то других блогеров. Но сегодня вы увидите самый интересный кадр, который сейчас вас будет ждать. Постепенно мы будем идти вдоль этой необычной дороги. В том месте мы видели необычные вспышки. Скорее всего, мы что-то сейчас заметим, потому что много чего странного там происходит. Сейчас Алекс пока... движется,
Что-то он долго движется, но мы его подождем, пока что он хочет нам сказать, не знаю, посмотрим. С этим медведем нам все как-то кувырком случилось. Что насчет медведя расскажешь, Алекс? Как нам удалось избежать вот этой нелепой ошибки, которую мы вообще видели? У меня ноги болят. Ну, это без комментариев. Мы, конечно, бегали очень часто и очень быстро от этого необычного медведя. Не, ну, суть того, что мы сегодня заснимем, ладно, что-то интересное. Как ты думаешь, что это будет? НЛО или наподобие что-то похожее? Может, какие-то... А медведя уже засняли жесть. Ну, ладно, медведя. Ну, а дальше будет интереснее или как ты думаешь? Нет, пойдем сейчас ложиться спать. Короче, Алекс, как всегда, без комментариев. Он набегался, говорит, уже ноги ломит, хочет прилечь. Но, в общем, вот такие дела. Сейчас мы чуть-чуть выше поднимемся еще, чтобы вам показать эту нелепую картину, которую мы должны вам были показать. Друзья, вы видите, что за необычные яркие шары? Я просто шокирован вам показать эту картину. Сейчас я попытаюсь к ним подойти, взять одного в руки и попробовать, как он теплый, или, как утверждает множество людей, не повторяйте то, что я буду делать. В общем, смотрите за мной, как я сейчас буду с ними налаживать контакт с этими инопланетными существами. Вы это видите? Оно такое теплое. И как будто оно с тобой разговаривает. Ну вот смотри, Алекс, мы с тобой находимся в этом месте. Я понимаю, много чего мы уже засняли. И страшные, и ужасающие кадры. Вообще, как твое впечатление от этих мест? Тихо. Ты что-то видишь? Вдалеке этот объект. Ты следы посмотри. Ты что? Ты думаешь, что-то страшное там? Да. Может, развернемся, не пойдем? То есть выключить камеру? Дорогие друзья, за мной находится огромное, можно сказать, масштабное вторжение инопланетных существ, которые здесь на протяжении нескольких десяток лет происходят. Люди про это молчат, но вы лично видите то, что там, дорогие друзья, происходит. Ставьте лайк, а мы продолжаем наше ужасающее и самое страшное место.